Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем играть в Planet Base. И сегодня мы отправляемся на последнюю, третью планету. Завоевывать, исследовать, располагать там свою базу и основывать колонию. Так, эта планета у нас, как мы помним, отличается очень большим классом риска, потому как здесь метеориты, вспышки, нету атмосферы, то есть нету ветра, а значит нету возможности ставить ветровые турбины. Так, давайте куда-нибудь сюда вот мы с вами высадимся, наверное. Вот так вот. Так, обзовемся. Как-то так. Ну и вперед, собственно говоря. Последняя, третья планета. Сразу ассоциации у меня с мультиком советским «Тайна третьей планеты». Как-то здесь мрачно, а? Вон уже метеориты сразу долбят вовсю. Итак, два рабочих, инженер, биолог и одна железяка. Один робот. Так, давайте осматриваться. Сразу же начнем строиться, недолго думая. Так. Или нет? Нет, нет, нет. Поближе немножко. Немножко поближе. Вот как-то так. Так, шлюз сразу же. Нет. Шлюз. Где-то здесь воткнем. Так, сразу же построим солнечную панель. Так, ну не сильно маленькую, но и немножко побольше все-таки мы ее сделаем. Так. Так, ну и пока будем ждать. Так, инженер, молодец, работай. От тебя, можно сказать, зависит жизнь всех. Так, все пускай строит. Так, сразу поставим аккумулятор обязательно. Тоже такой средненький, сильно маленький не хочу, но и так поближе к кораблю, к нашему. Как-то так. Так, давайте, родные, давайте. Шустрите. А то кого-нибудь сейчас прихлопнет. Так, строит, отлично. Здесь у нас все готово, хорошо. Так, вы тем временем таскайте на водный экстрактор. Генератор кислорода отключен от воды. А то я не знаю. Так, ну пока что мелкий, наверное. Мелкий сделаем. Или сразу покрупнее уже сделать. Давайте сразу покрупнее сделаем. Так, пускай у нас пока энергия заряжается. Так, давайте. Что у вас там с кислородом? Так, это пока нормально. Кислород. Следующая вода идет на очереди. Так, давайте, шевелитесь.
А роботу пофиг, робот уже вовнутрь заехал. Он уже там шурует вовсю. Так, инженер идет строить. Отлично. Так, ставим сразу же. Так, давайте вообще осмотримся, в какую сторону нам развиваться. Ну, мягко говоря, не очень удачное расположение у нас. Да. Не ахти какое. Так, пошел наполняться кислородом. Давайте, пусть они зайдут, подышат немножко. А то он совсем плохо у них все. Так, во. Во, давайте. Давайте, заходите. Заходите, дышите. Энергии. Энергии пока что хватит, я думаю. Так. Ну да, место не самое удачное, скажем так. Ну да ладно. Будем пробовать выживать все равно. Так, ну и давайте строить кухню. Сразу же. Кухню, столовку, кому как нравится. Потому как, если без еды и без сна они еще протянут, то вода, вода у нас только здесь будет. Вот мы видим, ну, хотя вода и еда заканчивается, но еда у нас в корабле еще есть, в принципе. Медикаменты, там чуток запчастей, металла хватает пока что. Так, кухня сразу, следующую пусть гидропонную ферму ставят, или спальню. Так, наверное, все-таки спальню лучше. Нет. Лучше пускай сделают гидропонную ферму. Следом за кухней. Так, чё, еду понесли уже, что ли? Уже проголодались. Ну, ешьте, ешьте. Вот так вот приходится нашим ребятам пока что в прямом смысле подножный корм использовать. Так, все, перекусили. Давайте, давайте, шевелитесь. Шевелитесь, ребятушки. Так, скоро ночь закончится, уже будет попроще. Так, кухня. Кухня делается. Отлично. Так, есть. Так, строим. Так, маленький стол и фонтанчик для воды обязательно. Это первоочередное, что нам нужно. Это первоочередное, что нам нужно. Так, спать уже хотят. Верю, верю. Так, гидропонная ферма. Так, ресурсы все принесены. Так, инженер куда движется? Строить? Так, кислорода наполнил. Все, идет, идет строить гидропонную ферму. Так, ты чего ждешь? Так, ага. Спальню надо. Спальню надо расположить. Небольшую хотя бы пока. Так, что здесь не ставится уже? Ну, пусть здесь будет. Пусть будет пока здесь.
Так. Так, и надо будет ее сразу от электричества пока отрубить. Дабы она не расходовала и без того убывающую энергию. Вон, уже Хоттабыч матерится. Так. Так, давай, родной, делай фонтанчики быстро. Потому как обезвоживание тоже очень нехорошее дело. Так. Солнышко встало. Наконец-то. Пошла у нас зарядка аккумулятора. Так, отлично. Отлично. Все. И сам попил в первую очередь. Испытания, так сказать, провел. Молодец. Так, ты куда поперся? А, еще один пластик тебе надо принести, да? Ладно. Так, здесь втыкаем и ставим помидорки, лучок, вот, чтобы салатик они хоть смогли себе сделать. Так, дальше картофель обязательно. Плюс крахмал он нам будет давать и лекарственные травы пусть будет. Вот так вот. Так, здесь давайте поставим автомат приготовления пищи. Как-то так. Так, и смотрим. Так, аккумулятор заряжается. Отлично. Надо бы еще один. Так, 9 металла. Нет, металл мы поэкономим, друзья. Мы сейчас сделаем шахту. После того, как сделается у нас спальня. Так, ну вот именно тебе надо было схватить вот этот пластик, а? Вот бестолочь. Бестолочь еще одна. Давай уже делай что-нибудь. Изготавливай. Не надо таскать. Идет воздушный шлюз. Ну что ты с ними будешь делать, а? Какой-то прям... Я не знаю. Идет, чтобы получить еда. О, боже мой, как раз вовремя, а? Как раз все вовремя. Ты же у нас один пока. Ты же должен все обеспечить. Не так уже, чтобы ты и кушать прям хотел. Ну, просто катастрофа. Просто катастрофа. Все. Набил брюшко. Наконец-то. Наконец-то пошел работать. Так, а у нас тем временем день заканчивается. Так, ну этого количества энергии нам на ночь хватить должно. Так, все у всех в порядке, только все дико хотят спать. И мораль у них падает. Ну, как бы... Мораль, не знаю, сильно ли она влияет на жизнедеятельность. Или они потом буянить начнут? Так, а вот спальня, да, спальня нужна. Так, ну и продукты, конечно же. Конечно же, продукты тоже важны. Так, спальня построена, хорошо. Сразу сюда сейчас пару коек надо будет воткнуть. Так.
Пластик, благо, есть. Или одной пока хватит. Да нет, пару. Парочку. Их же четверо вроде бы. Пусть все сразу выспятся. Так. Извиняюсь. Так, ты куда идешь? 5 пластика, 6 металла. Ты у нас идешь. Ну да. Воды попить — это самое важное. А то, что все спать хотят и скоро от бессонницы помирать будут, это пофигу, да? Так, сделал. Молодец. Так, ой-ой-ой, метеориты как нас кромсают. Меня это напрягает. Так, биологу работа появилась. Так, давай хотя бы одну койку сделай. Сейчас сделает и спать сразу завалится. Вот 100 пудов. Как пить дать? Точно. Да. Эгоисты. Все эгоисты. Так, рабочий. Ну, хоть рабочий выспится. Так, нам теперь молиться, чтобы эти не померли от усталости. У кого больше? Вот у этой больше. Так, ну давайте время вперед мотнем чуть-чуть. Все равно без инженера у нас ничего не получится. Вы должны разобрать корабль колонии. Зачем? Ну, разобрал. А, наверное, чтобы ресурсы. Чтобы ресурсы у нас появились, точно. Ну, хорошо. Хорошо, так. Что у тебя тут? Скоро выспишься? Скоро выспишься. А вы скоро от усталости? Нет еще пока. Ну давай уже просыпайся, Соня. Просыпайся. Ты смотри, что творится, а? Что с метеоритами творится? Так. Ой-ой-ой, совсем все плохо. Так, блин, ну чуть-чуть еще, наверное, осталось. Он снизу спит, а мы его не сможем проверить, да? О, встал наконец-то, освободил койку. Давай вторую, во! Вот мог бы вторую сделать, потом уже спать завалиться бы. Редиска. Так, где? Где второй биолог? Точнее, не второй, а... Где? Ох ты, блин. Один биолог же у нас. Вот кушать — это самое главное, да, сейчас? Так, ладно. Пока те спят, давайте строить шахту. Шахта нам сейчас будет важна. Ну, как хорошо становится. Так, все. Поехали. Так, батарейка заряжается. Надо бы еще одну. Еще одну, но для начала. Для начала надо перерабатывающий завод воткнуть. Так, так. Иначе. Иначе все будет плохо. Так, типа солнышко, типа встает.
Ладно. Так, тут у нас один дрыхнет. Все, устала. Устала, верю, блин. Вот, представляешь, верю. Так, ну тут все не ахти как пока что. Ну да ладно. Так, шахту еще не построили, да? Так, перерабатывающий завод пока от энергии отключим. Нам надо еще одну батарейку. Так. Сейчас шахту. Так, ну шахту построят теперь. Еще одну батарейку надо. Так, а батарейку. А батарейку. Теперь большую, наверное, сделаем. Так. Так, шахту построили. Молодцы. Молодчики. Так, станки пока я не буду ставить. Еще ни крахмала нету у нас, ни руды. А ресурсы на это уйдут. Поэтому пока что так. Так, давайте для морали им хоть телевизор, что ли, поставим. Вот здесь, что ли. Пускай смотрят. Кушают и смотрят. Так, госпиталь нужен. Госпиталь, госпиталь. Какой-нибудь мелкий тоже вот отсюда. Отводик сделать. Так, ну пусть батарейку построят для начала. Так, вон, как все плохо у него. Анекдоты ему никто не рассказывает. Телевизора нету. Интернета нету. Все запущено. Все запущено. Вот тебе и тайна третьей планеты. Но нам надо выжить здесь во что бы то ни стало. Так, еще один. Еще один металл. Блин, еда кончается. А биолог спит, да? Биолог спит. Вот и судя по вот этому значку, видит ужасные сны. Бульонка недовольная. Так, а где все? А. Так, родной. Тебе заняться нечем? Что ты схватил? Вот тут строить, понимаешь, надо, а ты... Вон, железяку починить надо. Эх. Эх ты, ах ты, ух ты. Так, а ресурсы-то портятся потихонечку, да? Потихонечку портятся. Ой, тут совсем все плохо. Ничего не производится. О! Проснулась, красавица. Проснулась. Сейчас тебе работенка тут будет. Ну, починяет. Потихоньку починяет. Так, а где инженер? А, батарейку строить пошел, правильно. Только немножко ты, по-моему, припоздал. У нас сейчас ночь начнется. Ну, хоть так. Опа! Ты посмотри, что творится, а. Блин, здесь без лазеров никак не обойтись.
что сейчас произойдет. Никому неведомо. Так. Ну что тут? Биолога, биолога. Куда пошел? А вот это кто будет строить, а? Нет, он сейчас вернется, наверное, сначала телевизор построит, потом пойдет опять туда. Как это называется, а? Вот скажите, как это называется? Нет, водички попить надо. И теперь спать завалиться? Или это рабочий? А где инженер? Что-то я не понял. У нас его не пришибло часом, а? Нет. А где он? Так, биолог тут. Биолога вижу. Опять... А, он внизу, наверное, дрыхнет. Инженер наш. Да? Спать опять завалился. Ну, красавчики. У меня просто нету слов. Так, ну, что-то ты плохо починяешь тут. Выспался? Хитрючий, а? Вот шел походу бы. Походу бы телевизор теперь построил. Так, руда произвелась. Отлично. Вот как это называется? Аккумуляторе мало энергии. А то я не знаю. Наконец-то. Построили соединение. Так, но у нас еще до рассвета. До рассвета дожить надо. Так, вот первая травма, пожалуйста. Первая травма. Так, давайте строить медицинский центр. А что толку? Медика нету? Медика-то нету у нас. Давайте строить посадочную площадку. И медицинский центр. Пока все ноги не попереломали, блин. Так, нет. Какой-нибудь маленький такой лазаретик. Критически мало. Ну, знаю я, что критически мало. Что же я теперь вам? Сейчас уже скоро рассвет. Так, все. Рассвет настал у нас. И вот, 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 вот. Давай, давай, родная, вытягивай. Не дай отключиться. Так, так, так. Так, отлично. Отлично, пошла зарядка. Пошла зарядка потихоньку. Так, ну стройте, стройте. Ты-то ничего не можешь делать уже. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, что у нас по еде? Ух ты, две морковки произвелось. 8 единиц еды. Ну, не ахти. Не ахти. Так, они не испортились еще? Вроде нет. Так,
ты что, скоро гавкнешься? Так, во, давай еще один привези и будешь красавчик. И потом уже можешь ломаться заслуженно. Так, тут у нас вроде как все. Так, пошел делать лазарет. Отлично, интересно, без медика сам себя он не сможет, да, вылечить? Без медика сам себя, наверное, не может, не сможет вылечить. Так, ну, я так не играю. Так, ты куда пошел опять? Опять воды пить, наверное, пошел. Соединение кто будет строить, а? Редиски. Нет, смотрите-ка. Со сломанным маслом, блин. А, он за едой. Ха-ха. Хотел сказать, что работает, да. Он у нас сейчас только потребляет. Да, вот. Без утоления сушняка ты бы вот это не построил, конечно же, да? Вот опять пошел. Тебе фляжку с собой носить надо. В курсе? Эх ты. Так, что-то слабо у нас как-то зарядка идет. Но идет. Вроде как идет. Еще одну панель солнечную надо. Так, и давайте сразу койку. Так. Есть. Так, робота кто-нибудь починит, нет? Ага. Вижу, что идешь робота чинить. Так, с едой совсем все плохо. Так, починил, отлично. Так, ну мне главное, чтобы сейчас вот площадка у нас построилась. О, смотрите, бедолага пришел в лазарет, а там даже прилечь негде. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну и сейчас мы ее, наверное, отрубим пока что. Потому что энергии сильно много потребляет. Сначала нужно койку сделать, пускай он ляжет хотя бы. Так, ну и торговец-колонист. Так, рабочий медиков. Нам нужно сейчас, нужен сейчас медик во что бы то ни стало. Вот так вот. Так, медик и биолог. Медик и биолог. Инженер-то ладно, пусть пока один будет. Вот так вот, 50 на 50. Остальных пока хватает. Так, что у нас там? Зарядка идет. Ладно, давайте включим. Пусть прилетят к нам. Если прилетят они. Если прилетят. Потому что вот биолог один, я вижу, не справляется. Никак не справляется. Чоэ Симги. Китаянка. Или японка. Ну, не суть. Не суть. Ну нету еще кровати, нету. Потерпи, родной. Сейчас вот кто-нибудь, может быть, прилетит. Я надеюсь. Я надеюсь. Так, все, пошло потребление. Энергии. Так, с водой пока все в порядке, с кислородом тоже. Так, металла у нас нету нифига.
3 единицы металла, их надо на станки оставить. Крахмал есть и этот есть. Так, а ну-ка давайте-ка. Металл, металл. Вот. Такой станочек поставим и такой станочек поставим. Это обязательно. Пускай сюда металл принесут. Если принесут. Так, ну что? Мы зря энергию, что ли, ждем? Будут к нам колонисты прилетать или... Или у нас престиж плохой? А? Смотрите-ка. Так. Ладно. Давайте промотаем еще время вперед. Все равно сейчас там спать завалились что-то. О, наконец-то построил койку. Где там наш бедолага со сломанной? Так, что ли, завалился спать? Так, а чё ты? Или тебе надо включить, чтоб ты сюда попёр что-нибудь? Точно. А так ты, бедолага, в темноте заблудишься. Ох, какой! Какой нехороший. Так, о, наконец дождался мужик. Осталось теперь только медиков дождаться. Прикинь. Вот так вот. Так, давайте, ребятишки, в темпе. Мало энергии в аккумуляторе. А то я не знаю. Ну да, мало. Скоро ночь кончится, я надеюсь. Так, давай, давай. Шевелись. Так, куда пошел? Куда пошел, спрашиваю? Строить-то больше нечего. Ну вот, потерпеть же можешь, а? Так, ладно, давайте пока отрубим. Чтобы сэкономить хоть ту кроху энергии, которая у нас осталась. Сейчас уже будет рассвет. Сейчас все равно пока этот поезд. Так. Опа. Все отключилось от электричества, но сейчас подключится, я думаю. Вот пошло. Пошло. И зарядка пошла. Отлично. Так, ну хоть в темноте изготовить можешь. И то ладно. И то ладно. Так, один металл. 6 пластика. Так, вот торговец. Я вообще-то ждал колонистов. Так. Ну, как обычно. Привез всего, а у нас нет ничего. Ну, что с тобой? На еду махнуться. 35 комиссий. Так. Что тебе отдать? Давай лекарственную растению отдадим. 6 на 10. Негоже так. 13. Пластик еще один отдать. Так, еще на 7 что-нибудь. О. 20, 20. 3 единицы еды вот на это, да? Ладно. Работаем.
Так, у нас хоть заряжается там? Заряжается, но хиленько, да? Так, а сейчас мы можем, интересно, эту площадку отключить? Или тогда торговля не пойдет? Ну-ка. Да нет, вроде торгует, смотри. Нормально. Вроде все нормально. Так, ну что ж, друзья, буду я, пожалуй, на сегодня заканчивать. Вот, первые шаги у нас все-таки сделаны. Будем ждать медика, чтобы вылечить нашего бедолагу. Вот, может, биолог прилетит, тогда дела пойдут получше. А на сегодня пока все. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и всем всего хорошего.